Всем привет, и мы продолжаем игру Том за золотом. В прошлой части мы уже расстроили домик для Бена. А сегодня, друзья, давайте-ка мы купим морозного Тома. Давайте-ка мы поищем его. Где же наш морозный Том? Вот он новый, вот такой вот забавный, интересный, прикольный, симпатичный. И давайте-ка, друзья, мы его выберем. Итак, выбираем. Да, замечательно. Вот такой вид милашка, симпатяшка. Кстати, друзья, у нас сразу же доступно улучшение на время действия магнитика. Давайте-ка мы это и сделаем. Ну что же, здорово, замечательно. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, что у нас есть в бесплатном сейфе. Давайте-ка посмотрим, что же у нас в бесплатном сейфе. Откроем его. Итак, друзья, очень интересно. И у нас 25 магнитиков, 15 кристаллов, 15 самолетиков. Здорово, здорово, очень приятно, очень чудесно. Итак, еще вскроем, пусть идет время на открытие. А мы еще откроем один из бесплатных сейфов. Итак, здесь, правда, мелкие. 7 кристаллов, 10 шлемиков и 5 пунктов для у того, чтобы улучшить двойные слитки. И еще, друзья, давайте-ка мы сразу же купим с вами сейф за кристаллики. Посмотрим, что здесь интересного. Итак, 100 кристаллов, 1000 слитков, неплохо. 20 двойных слитков. 20 магнитиков и еще 20 самолетиков. Здорово, здорово, друзья. Итак, давайте-ка посмотрим, можем ли мы что-то купить или улучшить нашего Тома. И посмотрим сегодняшнюю миссию. А сегодняшняя миссия у нас «Не врезайся никуда 60 секунд». Ну что же, попробуем. Итак, кроме того, друзья, у нас, по-моему, было какое-то улучшение на вот этого морозного Тома. Давайте-ка посмотрим. Да, мы можем увеличить действие самолетика. Вот так чудесно. И еще мы можем увеличить действие двойных слитков. Чудесно, чудесно, неплохо. И еще мы что-то можем построить. Итак, давайте-ка посмотрим, что же мы можем построить в его зимнем домике. Ага, друзья, вот есть у нас домик, мы можем улучшить до первого уровня, на снеговика не хватит, но зато, друзья, хватит улучшить вот какую-то вот ледяную хижину, либо это вот какая-то печка, непонятно. Ну пока давайте-ка, друзья, я улучшаю домик. Вот, здорово, домик улучшили мы до первого уровня. Ага, а это какой-то вот костер. Вот какое-то вот такое вот для костра как бы укрытие. А дальше оно улучшится, по-моему, в печь. Вот смотрите, друзья, что у нас здесь доступно. Давайте-ка я еще раз нажму. За кристаллики будет улучшаться у нас вот такая вот костер в печь, в которой можно будет что-то запекать. Кроме того, друзья, еще мы сможем построить снеговика. Но на это, конечно же, нужны деньги. Поэтому давайте-ка отправляемся мы с нашим морозным Томом в путешествие и попробуем заработать денег. Итак, вперед за вредным енотиком. Собираем, собираем. Ой-ой-ой, друзья, ничего себе, какие снежные глыбы. Ой-ой-ой, как непривычно. Ничего себе. Ага, кстати, вот замечательно. Собираем слитки. Ой-ой-ой, подныриваем. Ага, вот, друзья, прыгаем по вагончикам, собираем. Вот, от этих погрузчиков надо, я так понял, уклоняться, не будем рисковать. И вот, да, друзья, есть двойные слитки, замечательно. Вот, очень-очень необычная трасса у нашего морозного Тома. Очень это все здорово выглядит. Вот такой вот прикольный снежный мир. Немножко, конечно же, жутковато, но интересно. В принципе, понравилась мне вот эта трасса. Давайте-ка я поднырну, буду уклоняться и буду перепрыгивать. Вот, собрали магнитик. И здорово, друзья, нашли мы самолетик. Отлично, очень приятно, здорово. Давайте-ка полетим, пособираем золотишко. И вот мы из зимнего мира Тома, морозного Тома, перемещаемся в мир Дикого Запада. Ну что же, друзья, давайте-ка здесь тоже побегаем. Поуклоняемся. Вот так, друзья, здорово. И мы выполнили сегодняшнее задание. Заработали. А что, кстати, мы заработали? Ну, что-то заработали. Вот вижу 3 кристаллика. Было там еще подсказка, еще, наверное, что-то. Друзья, не было времени отвлечься. То есть, вижу, что выполнили задание. А что мы получили, непонятно. А, ой, друзья, к сожалению, пропустили. Был шлем. Но тем не менее, ну ничего. Ага, вот, друзья, смотрите, еще один самолетик. Ну что же, здорово. Здорово, вот такое вот чудесное начало.
Собрали два самолетика. Кроме того, друзья, смотрите, вот 200 слитков еще нам в подарок дали, наверное, за то, что мы прошли хорошо трассу. И я надеюсь, что наш морозный Том еще забежит в пещеру с енотиком и попробую, друзья, с него сегодня выбить немножко золота. Это было бы здорово. Очень мне нравится забегать в пещеру к енотику. И очень интересно перемещаться в морозном мире нашего морозного Тома. Кстати, друзья, хотелось бы мне еще побегать по морозному миру, но пока бегаем вот здесь. Так, вот здорово-здорово, собираем. Очень-очень мне, в принципе, друзья, здорово понравилась вот эта игра. Этот уровень с морозным Томом. Немножко, конечно же, было вначале тяжело мне бегать, но, в принципе, довольно-таки быстро привык. Итак, собираем, уклоняемся. Вот так, здорово. Чудесно. Очень бы хотелось, друзья, сегодня побить рекорд. У нас рекорд 2 миллиона с хвостиком. Ну, не знаю, друзья, удастся, но тем не менее попробуем. И вот, друзья, вот зимний мир. Подсказочка, что мы сюда дать переместимся. Ну что же, давайте-ка я, друзья, попробую. Множество ледяных глыб. И наш Том молодец. Смотрите, как он здорово собирает. Вот чудесно. Вот немножко, друзья, напоминает, друзья, мне вот этот маршрут. Ай-яй-яй. Отлично. Немножко, друзья, мне напоминает вот этот маршрут, мою любимую трассу. И здорово, друзья, нашли мы магнитик. Отлично, очень приятно. И давайте-ка, друзья, еще переместимся в мир, куда мы попали, в мир Джинджера. Вот множество здесь интересных плюшек. Давайте-ка мы пока пособираем, поклоняемся. Очень хорошо, бежим, перепрыгиваем, подныриваем. Вот так, чудесно. Ну что же, неплохо, друзья. Отлично, бежим дальше. Вот так, здорово, подныриваем. Дальше. Вот так, чудесно. И прыжок, уклоняемся. Да, здорово, друзья, и собрали магнитик. Неплохо. Довольно-таки здорово, друзья, справились. Отлично, а теперь бежим дальше и собираем интересные плюшки, которые попадают нашему Тому. Вот, давайте-ка выпрыгнем вот сюда на вагончик и пособираем вот здесь. Очень хорошо, неплохо, бежим дальше. Вот так, чудесно. И еще вот так. Взяли мы какой-то двойной бонус. Ага, вот, друзья, чудесно, есть шлем. Собрали шлем, ну шлемом теперь будет намного веселее. Ай-яй-яй, не удалось мне удержаться, друзья, на вагончиках. Но тем не менее, хорошо бежим. Вот, замечательно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, ну вот, хорошо, спас шлем нашего Тома морозного. Итак, продолжаем, друзья, движение. Вот так, чудесно. И еще вот так, здорово, замечательно. Ай, вот. Друзья, что-то отвлекся, не успел я перепрыгнуть. Все же еще нужны тренировки. И что-то, друзья, мой телефон греется. Нет, не нужно нам выходить. Мы продолжаем движение, прыгаем дальше. И давайте-ка, друзья, еще забежим в зимний мир. Что-то мне понравилась вот эта зимняя трасса. Конечно же, она сложноватая, но в то же время, друзья, очень прикольная. Вот, замечательно, вот так, отлично. Ой-ой-ой, какая она быстрая все же, друзья, но в этом что-то есть. Замечательно, добрались мы до енотика и продолжаем зимнюю трассу. Вот, отлично, вот, здорово, хорошо. Ну что же, ой-ой-ой, друзья, чуть-чуть не попал в аварию, но удалось нам уклониться буквально в последний момент. И хорошо, что у нас есть магнитик. Ага, а вот сейчас мы уже переместимся в тропический район, совсем другое дело. Смотрите, сколько множество золота, как это все более-более вот так цивилизованно. А я, друзья, не успел, друзья, взять двойной бонус, но тем не менее неплохо. А вот, кстати, и магнитик мы успели взять, здорово, чудесно. И еще вот так, замечательно, чудесно, друзья, бежим. Вот так, очень хорошо, довольно-таки здорово все у нас получилось. Ага, вот и при помощи магнитика удалось множество, друзья, взять вот таких слитков. Итак, еще забегаем, вот у нас кактус, подсказочка, и мы перемещаемся, вот взяли множество двойных слитков, очень неплохо. Бежим, собираем двойные слитки. Ой, друзья, что-то я немножко отвлекся, но тем не менее, здорово сработали, хорошо, бежим, собираем. Нет времени даже посмотреть, друзья, сколько мы насобирали.
Вот так, уже хороший результат. 700 тысяч мы насобирали. Ну, конечно же, до миллиона еще далеко. Ну, в принципе, друзья, неплохо. А, и вот, и мы забежали в мир Бена. Ну вот, здорово, что мы, друзья, собрали шлем. Но не очень хорошо, потому что вот здесь с этими колопаной, дающими колоннами, очень-очень непросто все. Но тем не менее, смотрите, друзья, как здорово мы справились. Вот, к сожалению, вот пришлось воспользоваться шлемом. Но тем не менее, хорошо. Вот, и я, друзья, нашел магнитик. Чудесно, чудесно. Ой-ой-ой-ой, как это было непросто. Но тем не менее, хорошо мы прошли трассу. Еще вот так перепрыгиваем. Вот, замечательно, замечательно. Все, мы здорово прошли. Вот, собираем, собираем. Вот так, отлично. Еще вот так, замечательно, замечательно. Итак, бежим вперед, уклоняемся. Вот так, чудесно, чудесно. Очень хорошо. Множество слитков собрали. Уклоняемся от машин и бежим дальше, друзья. Ну что же, очень хороший результат. Довольно-таки здорово. Ой-ой-ой, чуть-чуть не попали в аварию. Не всегда получается, друзья, хорошо сыграть. Но, тем не менее, хорошо пробежали. Вот вижу, есть, друзья, какой-то двойной бонус. Давайте-ка я его возьму. Кроме того, множество слитков. Давайте-ка тоже буду не забывать их вот так чудесно собирать. Вот замечательно, замечательно, замечательно. Собираем, собираем. Вот, по-моему, довольно-таки хорошо пробежались по крышам. Неплохо. Ой-ой-ой. Друзья, чуть не попали в аварию. Вот, и давайте-ка, друзья, еще переместимся в тропический мир. Посмотрим, что здесь интересного. Побегаем за енотиком. Вот он. Вот. Догоняем, догоняем. Вот, догнали. Собрали 150 слитков. Ну, маловато, конечно же. Хотелось бы больше. Ну, и это хороший результат. И вот, друзья, наконец-то мы собираем миллион. Да, есть, есть. Ой-ой-ой-ой, чуть-чуть не попал, друзья, в аварию от радости. Но, тем не менее, и, друзья, пропустили, к сожалению, магнитик. Немножко я отвлекся. Друзья, вот так, чудесно-чудесно, нельзя здесь отвлекаться, потому что очень тяжелая трасса, довольно-таки непросто бегать. И вот давайте-ка еще забежим в мир Джинджера, вот здесь очень тоже довольно-таки непросто проходить вот эту трассу, вот так, замечательно, ой-ой-ой. Отлично, отлично, бежим, вот так уклоняемся, подныриваем, довольно-таки хорошо, друзья, проходим. Замечательно, вот подныриваем через низ, вот отлично, и еще вот так, здорово, здорово, бежим, не забываем, что здесь поднимаются вот такие вот забавные колонны, и, друзья, очень хорошо удалось нам все это, пока не буду я забегать сюда, где колонны, очень непросто с этими колоннами уходить от них, все норовят. Так, замечательно, замечательно. Ну что же, друзья, но все же в подвал придется нам, друзья, заходить, потому что в подвалах есть двойные слитки. А благодаря двойным слиткам, друзья, мы можем лучше тоже. Что же, друзья, будем сейчас заходить в подвалы, потому что там двойные слитки, а с ними лучше. И вот, друзья, вот давайте-ка мы забежим и попадем опять же в зимний мир. Вот, здорово, друзья, удалось мне взять шлем. Шлемом теперь будет намного лучше, веселее. Вот так, чудесно, чудесно. Вот, чудесно, здорово, здорово. Бежим, отлично. Еще вот так. Очень хорошо. Подныриваем. Вот, кроме того, друзья, вот. Отлично, собираем золото, друзья. Подныриваем, посмотрим. И давайте-ка, друзья, еще забежим в подвал, посмотрим, что здесь. Ага, и мы попадаем в мир Бена. Вот множество колонн падающих. Но давайте-ка попробую, друзья, я пробежать через верх. Через верх мы, в принципе, еще мало бегали. Довольно-таки прикольно здесь через верх бегать. Но, опять же, свои нюансы. Вот, смотрите, друзья, как здорово удалось мне, друзья, взять магнитик. И давайте-ка, друзья, еще... Отлично, бежим. Вот так, очень хорошо. Вот, здорово. Уклоняемся, собираем золото. Итак, очень хороший результат. Давайте-ка, друзья, я еще забегу в подвал. Отлично, отлично, друзья, бежим, собираем золото, перепрыгиваем, вот так, чудесно, и еще нужно, ну что же, бежим, друзья, подныриваем, вот так, хороший результат, еще вот так, здорово, отлично, и так, очень неплохо, замечательно, друзья, прыжок, да, чудесно,
Вот, все у нас здорово получилось. Взяли мы магнитик, взяли шлем. Отлично, очень хороший результат. Давайте-ка перепрыгиваем через машинки и еще попадем в зимний мир Тома. Вот так, давайте-ка я поднырну. Ой-ой-ой, друзья, ну вот, спас шлем. И что, очень хороший результат. Немножко, друзья, неудачно. Давайте-ка я удвою монеты и попробуем что-то расстроить в зимнем мире нашего Тома. Итак, давайте-ка посмотрим, что же мы можем построить. Мы можем построить снеговичка. Давайте-ка мы это и сделаем. Вот такой вот забавный снеговик. Угу. К сожалению, просто два шарика. Ну и, конечно же, друзья, либо расстроить снеговик, либо расстроить домик. Ну, хочется, друзья, мне, конечно же, расстроить лучше домик, хотя снеговик было бы тоже очень здорово. Ну, давайте-ка пока я улучшу домик. Вот, смотрите, какой забавный, прикольный уже получилось. Здорово, здорово. А что это значок миссии? Мы же миссию выполнили. Ага, вот он и пропал. Ну что же, друзья, давайте-ка отправимся еще в путешествие с нашим Томом и попробуем еще заработать денежек, чтобы улучшить снеговик до второго уровня. Ну и, возможно, на этом, друзья, уже будет все. Ну что же, друзья, тогда отправляемся вперед. Ну что же, друзья, вперед. Отлично, отлично, собираем золото, уклоняемся вот от этих снежных сугробов. Вот, здорово, замечательно, друзья. Итак, нашли мы двойные слитки. Отлично, давайте-ка проедемся по вагончикам вот этих, по поездам. Ой-ой-ой, друзья, что-то, вот эти снежные, вот такие вот сугробы хотели немножко нашего морозного Тома забросать, но ничего, ему удалось уйти. И что же, давайте-ка пробежимся по поездам, пособираем золотишко. Вот, чудесно, чудесно. Вот так собираем, уклоняемся. Вот, здорово, здорово. Очень хорошо. Друзья, надеюсь, что где-то появится самолетик. И вот, смотрите, друзья, как здорово, как чудесно удалось нам взять двойные слитки. Кстати, что это было за двоение? Хотя, возможно, было бы лучше, конечно же, забежать в подвал. Но, тем не менее, друзья, захотелось взять мне двойное вот удвоение. И давайте-ка, друзья, еще забежим в зимний мир и немножко побегаем с нашим Томом. За нашим енотиком, нашим морозным Томом. Еще довольно-таки прикольно. Я еще к нему не привык, но очень все же здорово выглядит. Нравится мне морозный Том. Пишите, друзья, в комментариях, нравится ли вам вот этот герой. Кстати, а кто же будет после морозного Тома? Наверное, Анжелочка, хотя я не уверен. Пишите в комментариях, друзья. Ой-ой-ой, как было непросто, как это было сложно. Вроде бы ничего сложного, но тем не менее, друзья, вот все удалось нашему морозному Тому. Итак, друзья, уклоняемся, подныриваем. И вот, здорово, друзья, нашли мы сейфик. По-моему, первый сейфик. И вот уже сколько пробежали. И вот, здорово, друзья, забегаем в подвал. И вот сейчас мы будем, наш морозный Том будет выбивать из вредины енотика золото. Очень мне, друзья, вот это нравится. Отлично, очень я рад, что мы, друзья, наконец, ой-ой-ой, друзья, дошли до этого уровня, чуть-чуть не попал в аварию. Уклоняйся, очень нужно быть внимательными. Ну, я думаю, друзья, все здорово у нас должно сейчас получиться. Хорошо, давно я вот этого момента ждал, чтобы поквитаться с этим вредным енотиком. Отлично, отлично, друзья, вот так, чудесно, здорово, здорово, друзья. И вот да, выбиваем из вредного енотика, вот так, чудесно, очень хочется двойную звезду, не знаю, друзья, получится. И да, друзья, удалось нам взять двойную звезду первый раз. Чудесно, чудесно. У меня еще такого, друзья, не было. Вот все время по одной звездочке. Это, друзья, удалось выбить двойную звезду. Чудесно. Очень приятно. А, вот, друзья, упустил я был шлем. Но, тем не менее, давайте-ка вот попали уже вот сюда. Пусть наш мороженый Том уже будет... Ой-ой-ой-ой, друзья, чуть-чуть не врезались. Но удалось. Буквально в последний момент удалось избежать аварии, неприятностей. Так, друзья, бежим дальше, собираем золотишко, чтобы расстроить хотя бы уже до второго уровня снеговика, и хочется еще расстроить домик для нашего Тома. Ну что же, друзья, бежим. Вот такой он прикольный морозный Том.
вот такой вот интересной одежде. Вот, друзья, перемещаемся опять же в зимний мир. Ой, какие здесь скорости, друзья, какой кошмар. Друзья, еле успел среагировать. Ничего себе, неужели дальше будет еще тяжелее? Вот кто-то мне писал, что зимний мир в городе, там где Анжелочка, там будет еще тяжелее. Ну, конечно же, доживем, увидим, будет ли там тяжелее. Очень бы этого не хотелось, хоть хотелось бы все же. Очень, друзья, хочется вас порадовать хорошим прохождением. Но, тем не менее, друзья, вот так, пока вот так как-то получается. Итак, бежим, собираем. Вот, проходим вот эти участки. Замечательно. Ой-ой-ой. Чуть-чуть не врезался в машинку, в эту тележку с углем. И вот, друзья, замечательно, нашел я шлем. Отлично, уклоняемся, бежим дальше, посмотрим, что здесь еще интересненького. И вот, замечательно, друзья, нашел я самолетик. Давайте-ка при помощи самолетика полетаем, пособираем слитки. Вот так чудесно. Вот смотрите, друзья, как здорово. Множество слитков найдено. Отлично, летим, собираем. Вот так, да, здорово. Уклоняемся от машинок и посмотрим, удастся ли нам дальше еще побить рекорд. Вот, друзья, взял какой-то двойной бонус и продолжаю движение. Вот так. И давайте-ка... Ой, самолетик. Нет, давайте-ка вначале выйдем в самолетик. Чуть не забежал в подвальчик. Ну, друзья, в последний момент увидел самолетик. И решил взять самолетик. Ну что же, летим, друзья, дальше. Вот так. Замечательно, собираем слитки. Очень неплохо. И, ой-ой-ой, друзья, это было опасно, но тем не менее наш Том справился. Догоняем енотика, собираем слитки. Ну что же, здорово, друзья. Очень мне понравилось, что... И вот такая вот, друзья, неожиданность. Попали мы в аварию. Давайте-ка мы удвоим слитки. Ну, как-то вот так вот получилось. Давайте-ка посмотрим, что же получилось у нас. Хватит ли денег, чтобы что-то построить. Итак, друзья, есть у нас 7000. И мы можем уже улучшить снеговик для нашего Тома. Ну что же, неплохо. Итак, друзья, уже улучшили мы наш домик до второго, снеговик до второго. И еще, друзья, давайте-ка, я думаю, мы купим с вами сейф и улучшим еще вот эту печку. Вот так, здорово. Давайте-ка мы воспользуемся вот этим сейфом. Купим вот этот сейф, немножко кристаллов, слитков, удвоение всяких бонусов. И, возможно, друзья, получится уже у нас открыть, построить вот эту избушку. Не избушку, вот эту печку. Да, друзья, получается. Давайте-ка улучшим вот эту печку. Вот такая вот интересная печка. Немножко похожа на ледяную хижину, но тем не менее там в середине не костер. Либо, возможно, это ледяная хижина. То есть, друзья, кто в курсе, пишите в комментариях. А у нас еще доступно какое-то улучшение. Да, друзья, у нас доступно улучшение время действия магнитика и увеличено время действия шлема. Ну что же, замечательно, друзья. На этом мы с вами уже будем прощаться. Наш Том молодец, довольно-таки хорошо пробежал, расстроил, вот видите, домик до второго уровня. Ну а в следующих видео, друзья, мы уже дальше будем расстраивать и домик. Будем расстраивать, что у нас там, снеговика. И вот эту интересную вот такую, то ли это ледяная изба, то ли это вот такая вот печь. Напишите, пожалуйста, друзья, в комментариях, что же это точно такое. Ну, на этом, друзья, мы прощаемся. Всем пока-пока. А, кстати, друзья, давайте-ка посмотрим, что же в следующих видео у нас будет. После того, как мы расстроим морозный домик для Тома, дальше у нас что же будет? Ага. Вот, будет ночной город Анжелы. Здорово. И еще будет дом гавайского Хэнка. Здорово. И на этом, друзья, все. Дальше разработчики ведут разработки. Ну что же, друзья, довольно-таки неплохо мы уже с вами зашли. Ну что же, пока будем расстраивать домик для нашего морозного Тома. А пока, друзья, на этом прощаемся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока, друзья. До новых встреч.